Скажите, Леонид Ильич, а композитор, вот, который через всю вашу жизнь прошел, композитор, написавший и писавший именно серьезную музыку, высокую струк, кто вот, может быть, самое вами почитаемое имя? Хотите знать? Да. Самый мной любимый композитор. Да, Леонид Ильич. Бах. Понимаете, когда я слушаю Баха, я не хожу по земле. Я взлетаю. Мне кажется, что я лечу. Вам когда-нибудь снился сон, что вы летаете? Да, да, в детстве очень часто. Между прочим, это многим людям снятся сны, что они летают. Так вот, когда я слушаю Баха, мне кажется, что я летаю. Это меня волнует это страшно. Меня это возвышает. Мне это дает какой-то импульс к жизни. Мне хочется и жить, и творить, и летать. И любить, и делать людям добро. Когда я слушаю Баха, я хочу быть добрым. Я вообще не могу быть недобрым. Но когда я слушаю Баха, я особенно добрый человек. Я обожаю Баха.